Оральный метод. Сейчас вы узнаете этих людей. Бывает, что у них немножко преувеличен рот по сравнению с геометрией лица. Бывает, нет. Но отличия такие. Постоянно говорит не заткнуть, либо ест, либо курит. Постоянно занят. В школе шутили так, что смеялись даже учителя. Это оральный вектор. Постоянно говорит. Вот, пожалуйста. Есть оральный заводила. Вот если мы объединяем, оральный заводила лучше продавец. Готов заводить, у него психика, и он оральный. Все, он убедит кого угодно. Уболтает. Орально-зрительные заводила чуть-чуть посложнее, они немножко пугливые. Как лань. Как лань, да. Он там как бы. Он так, как клиенту наврал, аж саму страшно. И быстро бежать. Он же не взял и бежать, да? Вас документы с ребенком. Они в древности сообщали новости. Зрительный вектор смотрит, листок колыхнулся, говорит. Толстая тигров и оральный. Толстая тигров. Он что, стая тигров? Побежал, все сразу рассказал. Все сразу разбежались. Человек, который вот такой. Объединяем два вектора. Зрительный и вектор оральный. Это сразу бывает у ребенка видно. Впечатлительный ребенок, который любит говорить и много шутить. Журналист, писатель, вот его профессия. Лучший журналист. Увидел, преувеличил, всем рассказал. Журналист, реально. Но он никогда не будет бухгалтером, он не будет бизнесменом, он ничего не будет получаться. У него нет этого таланта. Это заложено.